Стремительный старт трех болельщиков. Гоночные экипажи рассчитывают на рекорд. Садовые тачки сегодня не больше, не меньше. Сверхскоростные болиды. Дистанция 50 метров, 8 команд, отбор второго человека в экипаж по весу, выбор тачки по устойчивости. От первого зависит скорость, от второго – степень риска. Страшно было, мне казалось. Да, особенно когда нас подрезают, это, ну да, страшно, как будто сейчас вывалишься и все. Скорости растут, растет число аварий, сокращается только время прохождения дистанции. 37 секунд, 28, 23. В лидеры выходят самые подготовленные. Тренировались? Ну, немножко. Попробовали тачку. Эти гонки всего лишь праздник. Ни спорта здесь, ни политики. С помощью садовых тачек в Задонске решили весело закрыть садовый сезон. Садовая тележка олицетворяет земледелие. То есть это как край земледельный, в принципе. То есть очень многие живут не там огородами и подсобным хозяйством. То есть весело, задорно, интересно. Вот они, лидеры. Рекордные 19 секунд приносят Илье и Кире Самсоновым главный приз. Но ни совковая лопата, ни какая другая не заменят титула победителей. Аплодисменты победителям! А в чем секрет успеха вашего, как ты думаешь? То, что мы команда! Официальные гонки окончены, но веселье уже не остановить. Без надежды на вилы и лопаты по улицам старого города еще долго и вдохновенно стучали колеса садовых тележек. Майя Евглевская, Олег Писарев, ТВК. Новости.